Анна Николаевна, сегодня 9 мая 2017 года. Насколько мне известно, вы 40-го года рождения и принимали непосредственное участие в поисках погибших людей в Камрате. Я бы хотел узнать, как все вот это вот происходило, освобождение города, захват его. Что вы можете рассказать для сегодняшнего поколения? Сегодня день особенный для меня. Он и памятный, он и грустный, он в то же время и веселый. Сегодня день я начала с того, что заказала церкви панихиду от всех погибших за Камрат. Они мне, честно говоря, очень дорогие, памяти не должна быть всегда, ибо я их разыскивала всех. Я начала поисковую работу по освобождению Камрата в 73-м году. Написала несколько писем, и обратно стали письма приходить пачками от всех, кто где-то читал. От родственников погибших, от освободителей были письма. И они все писали одно и то же. Хотим побывать в Камрате, там, где мы воевали, там, где погибли наши родственники. И в 75-м году, когда в 74-м была первая встреча с родственниками и освободителями Камрата, в том числе и был один человек, Бужак Михаил Фрулович, из 9-й кавдивизии. 9-я кавалерийская дивизия в 40-м году дислоцировал 40-го года в Камрате, в Гатештаке, в Стояновке. И эта кавалерийская дивизия вступила в бой с фашистами, официально уже сегодня известно, за 10 часов до официального объявления о начале войны. В 2 часа ночи, рассказывал Волошенко, тот, который служил в этой 9-й кавалерии, дивизия была полностью уже в бою. И на 5-й день войны приезжал сюда Будённый и непосредственно вручал ордена тем, кто отличился в бою на пруту. А что вы слышали? Командир 9-й кавдивизии Осликовский. Угу. Потом мне его сестра Ирина Осликовская писала письма и присылала письма брата, я опубликовала их, и там есть упоминание о Камрате, это уже официально все. А что вы можете рассказать? Нет, сначала как вошли вообще вот немцы в Камрат? Идите сюда! Как вошли немцы в Камрат? Что вы знаете о том, как люди их встретили? В 75-м году, вот из-за того, чтобы стало получать только писем, что все хотят побывать в Камрате, я пошла с этим письмом в райкомпарте, и мы договорились устроить первую встречу, уже вторую встречу, перед захоронением в 75-м году. И вот все погибшие за Камрат были похоронены в саду райбольницы. Я получала похоронки, которые потом возвращала. На похоронках было написано: похоронен сад райбольницы, могила номер такая-то. Могила номер такая-то, могила номер такая. То есть сегодня сейчас там здание? И вот в 74-м году я начала составлять книгу памяти. Это книга памяти единственная, вот которую я просто для себя ее составляла. Дело в том, что в 62-м году впервые заговорили официально о войне. Появилась такая необходимость, чтобы воссоздать историю этой войны, и чтобы все погибшие, чтобы знали именно всех погибших. Тогда во всех республиках были созданы комиссии по вековечению памяти погибших. И вот каждый военкомат, откуда человек выбыл и не прибыл обратно, был погиб, должен был отправлять в военкомат, где он погиб, все данные о нем. Получали такие специальные карточки. И вот по этим карточкам я и составила эту книгу памяти. И стала потом с ними работать. И первая официальная встреча, вот не первая, уже вторая официальная, но перед захоронением было в 75-м году. Хоронил их когда-то Сиренко, участник войны у нас был, в саду райбольницы он хоронил. И потом перед захоронением, когда произошел, он же тоже все вытаскивал, все останки. Значит, они были похоронены в саду райбольницы, потом перенесены на площадь Победы, там стоял обелиск. Да, там был памятник, я насколько помню раньше. Нет, обелиск был такой, пятиконечный. Ага. Да? Это был символ того, что тут
похоронены те, кто погиб. Звезда, обелиск с звездой, это был символ того, что... И он же, я прекрасно помню, как уже 4 часа утра начал, он же спустился в этот склеп, он же собирал все останки, и мы перезахороняли всех вот сюда, на этот мемориал славы. А и сколько здесь там... вообще останков вот на каком-то там памятнике? Тут у нас 27 человек, но 2 человека, значит, они погибли раньше. Это Герасимович Петя, он был, служил в 25-м Кабурском программном центре. И в книге «Молдавская СССР. Великой Отечественной войны Советского Союза» есть о нем 3 записи. И там написано, что с нашей стороны дважды ранен снайпер Герасимович. Но он не покинул свои позиции, пока не сознали врага.